Привет, с вами Андрей. Наш Этерпиксель Данжон. Прохождение Берсерка. В данный момент в пещерах. Но мы в прошлой серии убили босса ДМ-300. У нас в данный момент вот такое вот снаряжение. Собственно, зачарование амфибии. Скорполох. Курильщица. Собственно, силы у нас 18 в данный момент. Давайте вместе с вами поспим. Поспали. А я хотел еще вернуться за Анхом. Давайте так и сделаем. Вернемся за Анхом. Наш персонаж говорит, что он проголодался, но я думаю, он переживет. Прокачаем бесконечную ярость. Это дезориентирующий газ, для нас он, в принципе, не особо страшен, если под него особо не попадать. Это была летучая мышь, которая делает плюс 2 хода от стандартного персонажа. То есть она быстрее вас примерно раза в 2. Но опять же, у нас руна амфибии, в принципе, мы ее обгоним. Если будем находиться на воде. Это коррозин. Коррозийный парализующий газ. Такое зловоние выдает. Вот, собственно, такое зловоние выдает жуткая вонь, этот крыса вонючая. Поэтому просто ждем, чтобы случайно не парализоваться. Собственно, прибежали на 11 этаж, забираем анх, забираем то, что еще можем забрать. Собственно, маг гнида еще та, давайте в него бросим. У нас сработал перк импровизированные снаряды, он на нас бронелом повесил. В общем, не самое. Освещаем анх, забираем, собственно, две еды. Собственно, перезарядка, рассеивание, опознание, магическая карта, забираем карту, исцеление две штуки и холод. Также у нас токсический газ. Заберем дротики, две исцеления можно тоже забрать. А камень баланс, нам пока балансировать особо нечего. Ну и рассеивание, в принципе, можно взять, либо токсический газ. Давайте посмотрим, есть ли у нас газ. У нас, как вы видите, нету газа, и нам класть его просто некуда будет. Поэтому газ мы не сможем с собой унести. Но мы можем продать торговцу броню кольчужную, тем самым мы сможем плюс одну ячейку унести. Давайте подумаем, что это будет. Палочки у нас можно взять, забрать, но я думаю, не актуально будет. Давайте заберем, наверное, токсический газ. В перспективе мы его переделаем. Давайте посмотрим, у нас, наверное, нету, да? Да, у нас не переделан он. Нам надо будет переделать. Хотелось бы забрать огонь, конечно, но она, зараза, дорогая. Поэтому мы, наверное, огонь забирать не будем. Метательные, но они 13 силы. В принципе, для нас будут не сильно актуальны. Перезарядка неплохо. Рассеивание, скорее всего, заберем. Ну и все. Двигаемся вверх.
Гнол громила. Это огонь. Против огня бесполезно драться, он сожжет все. Вот, собственно, как выглядит огонь. Здесь бушует адское пламя. А у нас, чтобы получить огонь, это получается у нас, вот, собственно, драконье дыхание. То же самый эффект, скорее всего, будет. Но тут, опять же, эффект кратковременный. То есть вы вдохнули, мягко говоря. Это, скорее всего, грейженный огонь. На второй уровень. Ждем, пока огонь закончится. Летучая мышь. Давайте отшаг назад сделаем. Ударим ее электричеством. Ударим еще раз. Чтобы она не расслаблялась. Летучая мышь подожглась. Как вы понимаете, от летучей мыши бесполезно отступать, потому что летучая мышь быстрее вас. Давайте перекусим. Просто чтобы было, чтобы мы ХП не теряли особо сильно много. А, собственно, опять маг. Давайте в него кинем глифу. Дезориентирующий газ. Я правильно понимаю? Да, скорее всего, дезориентирующий газ. Он получил, как вы видите, головокружение. На самом деле, курильщица очень сильно мешает. Поэтому нам нужно просто ждать, пока это дезориентирующее чудо пройдет. Если будет возможность поменять триньку, стоит это сделать. Бежим, собственно, дальше, выше. У нас тут некоторое количество росинок. Мы не будем драться с тараканом, потому что нам не нужен от него яд. Поэтому пускай он летит на все четыре стороны. Дезориентирующий газ нам очень сильно будет мешать проходить дальше. Давайте соберем росинки. По возможности все. Мы видим еще одного таракана. Таракан нас тоже увидел. Давайте мы его проводим в последний полет. Видим гнола. Гнола тоже можно в полет отправить. Давайте так и сделаем. Это опять же дезориентация. Если... Да, он, собственно, свалился. Дезориентация тут нам даже помогла, нам не пришлось его отправлять в полет. Собственно, кузнец, который любит своим молотком по голове стучать. Очень сильно громко. Огнецвет. Семечко огнецвета, которое дает огонь в заданной области. Тут два врага у нас. Мы наступаем сюда. И ждем. Какая грязь, это холод. А что вы понимали, это холод. Это ледяной буран. То есть враги сейчас должны приморозиться.
Собственно, ждем, пока ледяной буран пройдет. Ледяной буран практически закончился. Летучая мышь, мы от нее не убежим, поэтому бесполезно от нее пытаться убежать. У нее скорость плюс 2, напомню. Столица дворфов когда-то была величайшим государством городом. В свои лучшие годы дворфы создавали свое дивное оборудование из металла и магии, которое и обеспечивало городу быстрый рост. Затем в один прекрасный день ворота забаррикадировали, и более о дворфах никто ничего не слышал. Те немногие, которым удалось сбежать из города после того, как его закрыли, рассказывают про сумасшедшего чернокнижника, узурпировавшего престол, и про страшную магию, которую он использовал в своих целях. Вы спускаетесь вниз. Собственно, забираем сразу поезд для зелий. Нам дает достижение вьючный ослик. Проклинающая ловушка. Нам пока забрать особо нечего здесь. Поэтому не будем особо сильно заморачиваться. Единственное, забрать стоило карту. Собственно, два вурдалака. Давайте их разбудим. Это огонь. Это очень плохо. Враги, скорее всего, погибнут. Но на воде вы, в принципе, будете в безопасности. А первого вурдалака убили, но, видите, до сих пор огонь не прошел. Ждем, пока этот несчастный огонь пройдет. Видите, он все сжег. Вместо того, чтобы мне помочь, он все сжег. Это укоренение. Для нас оно, по сути, бесполезное. Главное просто не попасть в область укоренения. Тут 4. Мы не будем рисковать, хотя нам бы, конечно... Мы заинтересованы в том, чтобы порисковать, учитывая то, что мы берсерк. Мы убили эту компанию. Просто у берсерка больше шансов того, что он нанесет больше урона, чем меньше у него хп. Собственно, дверь с ключом запертая. Еще одни вурдалаки проснулись. Это коррозийный газ. Находиться в нем нежелательно. Я бы даже сказал, опять же, нас забивают. И мы, по сути, ни хрена сделать не можем. Да, куревич. Обратите внимание, мы сколько ударов подряд промахнулись, мы ни разу еще не попали. Мы убили всех с горем пополам. Да, без доспехов, конечно, тяжело драться. Собственно, это ослепляющая ловушка. Опять же, эти несчастные вурдалаки. И это наша же ловушка нас и укоренила. Охренеть можно.
Просто мечта. Буйство. Замедление. Собственно, два элементаля, один из них огонь, один холод. Нам нужно убить холода сначала. Против огня нужно драться только в воде. Против холода в воде драться не нужно. Это вода. Сейчас вокруг тут очень много воды будет. Меня прям постоянно очень сильно бьют из-за того, что мы очень слабые. У нас слабая физзащита. Нас из-за этого очень сильно бьют. И у нас и ДПС слабый, потому что мы постоянно мажем. Я не знаю почему, но мы постоянно не попадаем по противникам. Нам просто, может, не везет или что, я просто не понимаю. Но факт в том, что это призывная комната с призывной ловушкой. Большое количество мобов будет. Равное количество клеток, которые находятся в этой комнате. Там был маг, поэтому я принял решение отступить от него, чтобы не получить в лицо магии его. Я посчитал разумным отступить, чтобы не получить просто в лицо. Видим еще одного мага, но он нас не увидел. Маг нас не видит, хотя дверь открыта до сих пор, вы видите, да? Маг. Убили мага, получили плюс один уровень. В принципе, можно любую вещь брать. Момент.